Вопрос гораздо уместнее адресовать профессиональным экономистам, чем мне. Я историк и журналист. Но судя по тому, что пишут экономисты, а я внимательно слежу за дискуссиями в этой области, думаю, что значительная часть кризиса еще впереди. И впереди у нас, в России. И впереди не потому, что мы привязаны к мировой экономике, хотя мы к ней, конечно, привязаны, а потому что у нас есть еще и свои проблемы, как раз отличные от мировых. А именно, у нас крайне монополизированная экономика, у нас непрозрачная экономика, у нас имеет место сращивание между экономикой и бюрократией, у нас отсутствует конкурентная среда, и у нас отсутствует независимый суд, который в других странах позволяет независимому бизнесу, частному предпринимательству отстаивать свои интересы, в том числе и свои финансовые интересы. Поэтому я боюсь, что у нас еще волна кризиса впереди.